Вот такие вафли со вкусом детства мы сегодня будем печь. А вы не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. Поехали! Сегодня готовим старые забытые вафли. Для этого нам потребуется 200 грамм маргарина растопить, 5 яиц, 300 грамм сахара или чайная ложка эритритола. В данном случае будем использовать эритритол. И 1,5 стакана муки. Разбиваем 5 яиц. Взбиваем. Добавляем чайную ложку эритритола. Перемешиваем. Сюда же сливочное масло или маргарин. Перемешиваем. И 1,5 стакана муки. Постепенно. Маленькая, наверное, мисочка. Наше тесто готово. Вот такое оно получилось. Сейчас будем печь вафли. А тем временем включаем нашу вафельницу. Вафельница родом тоже из Советского Союза. Меня видно? Вкус детства. Вот такие вафельки у нас получаются. А попробовать мы предложим Насте. Давай, пробуй. Ну, смелее, смелее. А, и Шаня еще у нас хочет. Давайте Шане дадим попробовать. Капельку. Это очень вкусно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.